Наш бизнес – это нечто среднее между лофтами в аренду, организацией мероприятий и, естественно, антикафе. Это была одна большая юношеская мечта. Я заканчивала Академию искусств, и впервые тогда, попав в эту среду творческих, классных, креативных людей, мне захотелось объединить их. Когда я собиралась только туда поступать, мы впервые начали встречаться с ребятами, с дизайнерами, с художниками, с архитекторами. И собирались в таком месте, которое называлось студенческая столовая при Академии искусств. И я подумала, блин, как здорово, что такие классные люди встречаются в одном месте. И как хорошо было бы создать для них пространство. Так появились первые идеи. Потом, спустя 15 лет, это удалось реализовать. Сложностей было очень много. Дело в том, что у нас два пространства, каждое из них по 210 квадратных метров. И чтобы оборудовать это все мебелью, сделать ремонт и сделать это все уютным, это было очень сложно, да. 2 года нам понадобилось, чтобы найти поставщика мебели, и критерии были довольно серьезные. То есть, чтобы мебель была дизайнерская, то есть интересная, чтобы она была удобной, потому что очень много мебели, которая создается, она, ну, то есть не очень удобна для того, чтобы ей пользоваться. 2 таких параметра существенных. Отталкивались, скорее, мы, создавая наш дизайн-проект, от того, что нужно людям. То есть очень мало в Москве мест, где можно вот так с уютом и с комфортом провести время. То есть есть антикафе, но они, как правило, довольно скромного формата, и мест, чтобы так посидеть с друзьями, не хватает. Поэтому мы решили вот сделать такое большое уютное пространство для творческих, креативных людей. К нам приходят как за бизнес-мероприятиями, так и за организацией дней рождения детских, взрослых и просто для встреч. Наши клиенты, я думаю, что они выбирают нас и пишут об этом часто в отзывах, потому что у нас очень необычная атмосфера. Это очень трудно передать словами или описать, сфотографировать, но когда вы просто переходите порог, оказываетесь здесь, вы понимаете это. Здесь очень лампово, тепло и уютно. И это можно попробовать только вживую. Мне кажется, что очень важно сказать, что когда ты что-то создаешь, это должно быть максимально с любовью, что бы ты ни делал. Если ты любишь то, что ты делаешь, ты готов работать 15-20 часов в сутки. Главное, чтобы это тебе нравилось. И тогда люди, которые к тебе приходят, они чувствуют это, чувствуют эту любовь и заботу, и им это нравится.